Доброго времени суток, детки с Америка. И у нас сегодня новая игра под названием Signalis. Это психологический пиксельный хоррор на выживание, который, кстати, вышел недавно совсем, в 2022 году. Точную дату я не помню, но, в принципе, это довольно-таки новая игра, которая напоминает многим и мне Resident Evil. Что по сюжету? В принципе, сюжетик я знаю, я его почитала. Так, ну, основы. Но много я вам говорить не буду, чтобы интереснее пропало. Что я могу вам сказать? Это то, что мы играем за андроида. Действие разворачивается в далеком будущем. Все люди вымерли, и мы ищем свою спутницу. Вот. Сейчас я посмотрю настройки. Все. Так, ну, в принципе, все готово. Погнали. Система откалибрована. Некоторые части этой игры могут показаться чрезмерно жестокими. Да. Это я знаю. Signalis. Нажмите любую клавишу. Нажала. Да, тут будет много мигалочек. О! А, прикольно. Так что людям, которые страдают эпилепсией, прошу вас отойти от экрана. Или выключить это видео. Проснись. Так, надеюсь, по звуку все нормально. Это мы. Наша главная героиня. Зовут нас, по-моему, Эльстер, но я не уверена, если не ошибаюсь. Так, а что это? Это F, да? Взаимодействие или что это за красные штучки? Что это значит? Что это? Вот что это? Где это было? Прикольно, так оно выглядит. Так, ну нам получается сюда. Ну так все, окей, сделано. Ага, давай. Что иногда можно запутаться. Куда идти, что делать? Эти пиксели, так, чтиво. Auf Clarings Raum Fa, что-то на немецком, по идее, да? Руководство по эксплуатации судна типа Пенроуз. Суда типа Пенроуз Народного флота Евсона представляют собой дорогие корабли для исследования космоса и применяются за пределами Солнечной системы при поиске планеты Лун, пригодных для заселения или богатых природными ресурсами, с целью обеспечить непрерывный рост нашей великой нации. Все суда Пенроуз пилотируется гештальт-офицером разведки, которому помогает реплика. Реплика — это андроид, андроидов наших называют репликами, специализирующаяся на наземной разведке и корабельной технике Эльстер. Это мы. Такая партнерская система, подразумевающая сотрудничество гештальта и реплики, доказала свою успешность в ходе многочисленных разведывательных операций в прошлом. Обоюдный контроль и поддержка позволяют добиться оптимальной эффективности как гештальт-офицеру, так и реплики технику. Когда судно с помощью орбитального рельсотрона катапультируется в направлении периметра Солнечной системы, пилот может корректировать его курс с летной палубы. Реплика занимается поддержанием исправности технических систем судна. Все. Какие слова? Мы можем бегать. Сюда можем. А сюда не можем? Просто он тут светится. Можем? Да, пошли. Пошли сначала сюда. Что это? Грязная страница из дневника. Циклопс проснулась, открывая что-то там в...
том клубе я все думала: Эльстер, Трелов, Илла, Иллюзия, наверное, Илла, полет на Ипа, на человека, который терялся в мыслях. Иногда у меня такое чувство. Дом. Все. Непонятно. Какой-то гештальт офицера. А нельзя? А, это кровать. Хорошо. Все, здесь больше ничего нету, да? Ну, вроде бы нет. Просто тут... Как я поняла, в любом месте может что-то лежать, с чем мы можем контактировать. Просто нужно подойти и проверить. Так. Это еще что такое? Вот, когда я зашла, я думала, что вот это вот все, что слева стоит, это стена. И тут мало пространства. Оказывается, мы можем ходить. Вот из-за этого я могу путаться. Так. Банально, возможно, это не так. Ну. Да, скорее всего. Не так же. Все, я поняла, вот. И? Ну? Ну? Алло? А может быть, наоборот, вот так, да? Все равно? Так, ну я вернулась обратно. Замок сломан, дверь нельзя открыть. О, что? А мы здесь были, по-моему, да? Нет, мы здесь не были. Вот хорошо. Нужно все-таки смотреть внимательнее по сторонам, ходить везде. Особенности Эльстер — ремонтный логический модуль. Реплики типа Эльстер, такие же, как вы, служат нашей великой нации. Корабельными техниками, корабельными, на судах программы Penrose. Они оснащены ремонтными логическими модулями RLM, которые позволяют им быстро и без проблем восстанавливаться и чинить важное для выполнения миссии оборудования. Доступ к функциям RLM. Нажмите Tab, чтобы войти RLM, будем так говорить, RLM, что это такое, чтобы войти в соответствующее меню. С помощью А, Д, выберите предмет, который хотите отремонтировать. Нажмите F, чтобы открыть командное меню, выберите пункт «Соединить», чтобы войти в режим соединения. В режиме соединения с помощью А, Д, выберите второй предмет. Снова нажмите F, чтобы соединить предметы. Чтобы отремонтировать тело реплики, укажите подходящий ремонтный предмет и просто выберите пункт «Использовать» в командном меню. Ладно. Иногда очень полезно внимательно смотреть предмет со всех сторон. Берите в командном меню пункт «Осмотреть», чтобы войти в режим осмотра. В этом режиме с помощью WASD поворачивайте предмет разными сторонами, чтобы осмотреть его. Все. Хорошо, поняла. Что это? Windows. Статус. Монитор статуса разведбота. Статус. Обнаружен критический отказ системы местоположения поверхности неизвестной планеты. Отчет. Статус. Команды Айон Гештальт Пилот. Нет сигнала. Эльстер 512 реплика модуль активно клуб. Из-за жесткой посадки произошло повреждение критических систем. Внимание, температура поверхности критически низкая. Пользуйтесь защитным снаряжением во время АВА-операций. Ну это я уже прочитала. Ну все. А это что? Забрать предмет клейкой ленты, да. А как? Получить предмет клейкой ленты. Тут везде вот эти вот символы. По идее, мы должны найти код. Раз те... Квадратики не подходят. Все проверять нужно. Везде ходить, все смотреть. Вот, сюда пошли. А, сломано. Вот. Вот сюда можно еще. Так. Что у меня здесь? Можем сюда пойти. И сюда можем, да, пойти? А пошли сюда. Вот мы сходим. Опа! Так, что-то интересное. Фотография.
На панели монитора посадки и стыковки прикреплена выцветшая фотография. Забирает предмет фотографии, да, девушка какая-то. Получим предмет фотографии. Вспомогательный монитор посадки и стыковки, теперь от него никакого толка. Пульт управления входным шлюзом. Из-за жесткой посадки произошел критический системный отказ. Пульт управления кораблем. Судя по этим данным, вряд ли он сможет ли здесь снова. Пульт управления системами правого борта. Никакой реакции нажатия. Вероятно, отказ системы питания. Все можем посмотреть, на все можем потыкать. Пульт управления кораблем. Это безнадежно. Так, тут не можем. Ой, мы можем наверх посмотреть. Прикольно. У нас снег там. Корабль разбился в какой-то заснеженной местности. Хорошо. Здесь ничего хорошего. Ну все. Смысл. Мы просто пришли. Забрали фотку и все. Так, давайте возьмем фоточку, посмотрим ее, покрутим ее, как это делать. А, вот так. Фотография... Ага, сделанная на самоуправляющуюся пленку, несмотря на плохое состояние, на ней еще можно разглядеть Ариану Йон. Стой. Поверняю, еще раз. Раз, все запомнила. Хорошо. Пошли обратно. Все. Пошли сюда. Там. За этим. Угу. Интересно. Не на ту кнопку нажала. Разбираться в колене еще. Так, сюда. Сюда хочу я. Что это? У-у! Скафандр. В шкафу хранится ава скафандра. Открыть не хочешь? Нет, не хочет. Так, вот это. Закрыто. Сыротки и карты. Пусть ключ от шлюза. Я тоже поняла. Там какие-то еще циферки, что это? Эх, какие-то еще кнопочки. Здесь нам нужно будет какой-то код угадывать. Так, ну тут, в принципе, больше ничего не требуется. Больше там ничего нет. Пошли обратно. Пошли обратно, введем код. Кстати, забыла, по-моему. Сейчас проверим память. Забыла, не забыла. Тыкай. Так. Забыла, да? По-моему, не так. Сейчас. Покрути. Ага. Я опять забыла. Сейчас. Тихо. Точка. Вот так. Все. Ура. Тыкай. Что там? Человек? Труп? Ничего нет. Ага. Карта? Не карта? Что? Сканер какой-то? Что делать? Открываю что-то. Там ничего нет. А вода спускается? Что это такое? Карта? Внутри криогенной капсулы лежат две половинки разломанного ключа. Она пропитывает ключ. Да, я знаю, что мы будем сейчас делать. Хорошо, значит, мы делаем вот так вот. Блин. Как сейчас? Объединить как? S-карта. А, о! Прикольно. Ага. Ладно. Так, стоп, как мне с карты диагностика мне здесь выбрать предмет?
Ура! Поэтому магнитная ключ-карта позволяет получить доступ к управлению шлюзом Пенроуз, клиент клея календы. Хорошо, пошли. Пошли тогда. Шлюз. А, это не то. А куда у меня забыл? А сюда и налево. Все. Сюда и налево. Нет, не понял. А, вот сюда и налево. Слишком много мест, куда может пойти. Нет! Блин, гробно, окно камыш. Так, F, все, F. Не забываем F. F, F, F. Вот вы сюда. F и левая кнопка мыши, да. Что будет? А зачем? Там что-то будет полезно? А дело? Пока, кстати, ничего такого страшного не происходит. Даже хоррор. А, начало. У нас было типа как обучение. Ух ты, какая музыка заиграла. Вначале были вайбы Стрея, сейчас уже вайбы чего-то, чего-то другого. Резик напоминает. Так, мы можем идти? Или у нас потихонечку открывается путь вперед, или что про... А, ага, мы можем идти, хорошо. Я поначалу буду немного тупить, это нормально, извините за это. Что за портал, блин? Что это? Мы спустились в дырку, да? Тут странная дракула ведет глубоко под землю. У меня что-то тускло мерцает. Спуститься в дыру? Да, конечно, полезно. Почему бы и нет? Видим непонятно дыру? Надо лезть. Хоть бы скримеров в этой игре не было. Кухня? Что это? А, нет. Какое-то другое место, например. Почитаем. На столе лежит книга, кажется, она очень древняя. Она словно зовет меня. Забрать предмет король в желтом. Да, получен предмет король в желтом. Халя, все. Стой. Радио. Готов к отправке сообщения. Ахтун. Ахтун. Немецко, да. 3, 9, 4, 8, 6. Учим немецкий. Что это за скример пошли? Ну вот, я же говорила, мигалочки будут. Там машина просто писала, что много миганий. Не советуется игра. Огромная хода тайна поделается там, где что-то хотела бы обычных пор земных. Это мы уже видели. Точнее, я видела. Возможно, мы не видели. Внизу было в самом начале написано. Прежде всего, она ползет, научится ходить. Вспомни наши обещания. Музыка эпичная, мне нравится.
Подходит, интересно. Популярно. Проснись. Сигнал с начала. Вау, мне нравится. Прикольно. Да, уже видно что-то такое психологическое. Видно, что это психологический хоррор. Обычно не так выглядит. Синчро. Уйди. Да. Уйди! Надеюсь, этого не будет видно на записи. Ага. Ничего не понятно. Пионер. Там было написано, по-моему. Или пионер. Аниме. Пошло. Блин, вайбы Евангелиона у меня какие-то. Вау, мне нравится. Я очень люблю пиксельные игры. Еще если это хоррор. Еще и в стиле киберпанк. Это просто, просто прекрасно. Так, хорошо. Тут вроде как ничего нет, да? Окей, пошли сюда. Так. Что у нас? Нельзя. Можем? Можем. Что это? Добро пожаловать на объект C-23 Серпинский. В министерстве Озон вас отобрали или выбрали для перевода на объект C-23 Серпинский. C-23 Серпинский располагается на Ленге, который считается фронтиром Солнечной системы. Это идеальное место, чтобы начать все заново. В нашем престижном училище... А что это такое? Как вам? Вы учите новые навыки, которые определят ваше будущее. И станете продуктивным гражданином нашей прекрасной нации. Ладно. Здесь вы узнаете все о добыче минералов, обогащении руды и производстве снаряжения. И тем самым поможете выиграть войну против остатков империи. Конечно же, обучение это не просто овладение сухой теорией. Ион позволит вам применить полученные знания на практике и заработать. Переживайте... за семью, друзей, бывших коллег, попросите рекламу под протектора ознакомить вас с нашим планом распределения рационов. Часть ваших рацион марок будет направляться указанному вами получателю. Язык заплетается. Так, хорошо. Можем туда-сюда, можем? Что это? К окошку на стойке прикреплена ключ, карта с запиской. Бери. Из-за нехватки персонала просим всех вновь прибывших зарегистрироваться. Блин, что за мной сегодня было? В аудитории 4C на северо-востоке. Забрать? Да. Ключ ресепшена. Пусть принимают ключ. Хорошо. Закрыто? Уже открыто. Закрыто, нужен ключ. Ты чё за мной наблюдаешь, камера, а? Что это такое? Замок сломан, но дверь нельзя открыть. Я не хотела. Правило 6. Не забывайте про правило 6. Никогда не носите больше 6 предметов. Ясно. Будем носить не больше 6 предметов. Частная собственность это привилегия. Карманы должны быть пустыми, а сумка легкой. И снимка. Пошли обратно. Оно будет двигаться. Оно будет двигаться. У нас будет просто шутер жесткий. Это спойлеры уже у меня. Пошли. От меня. Лифт не поверхность. Мне не нужно возвращаться. Окей, так, у нас здесь... Ага, ну, ладненько, хорошо. Блин. Оно сейчас встанет и накинется на нас. 100%. Чё, будешь мне трогать? Мертвая реплика из серии Айле. Айле. Она в ужасном состоянии. Биокомпоненты, кажется, инфицированы, раздулись и выпирают из поврежденной оболочки. Что с ней произошло? Почему она так выглядит? Тут все такие. Спойлер. Замок сломан. Нельзя прыгать. О, можно. Что это? Ха! Сохранение, как мило. Ну давай. Да. Какое прикольное сохранение. Форма сервисной заявки F29. Дата заполнения формы сервисной заявки 84 20... Что?
Что это за такое? 24. Полный идентификатор протектора модуля, оформляющего заявку. Эулр. Та-да-да-да-да. Реплика статус. Персонал. Департамент какой-то там. Полный идентификатор протектора отделения, обрабатывающего заявку. Что-то там реплика. Примет сервисной заявки. Высоконадежный настенный сейф Mount Stachter. Числовая клавиатура. Местоположение предмета. Аудитория 4Б. Описание. Настенный сейф. Аудитория 4Б постоянно сбрасывается комбинация, установленная по умолчанию. Это нам подсказки, да, дают? В чем смысл системы передачи кодов по радио, когда наш сейф можно вскрыть, указав код из руководства? Ладно. Вот еще что-то. Памятка коды от настенных сейфов. Мне стало известно, что по меньшей один работник мог получить информацию о частотах передачи кодов для настенных сейфов-протекторов. Все работники, имеющие отношение к этой утечке, должны подвергаться допросам, пока не будет выявлен виновный. И я ограничиваю все радиопривилегии работников до дальнейшего уведомления Адлер. Хорошо. Видеозаписи. Протоколируй все. Помни, если не записал, этого не было. Получи нужные формы в администрации и чаще сохраняй свои файлы. Угу. У нас типа как обучение сейчас. Слишком много мест, куда мы можем пойти. Ого. Так. Хорошо. Это какой-то кабинет главного. По проходам не бегать. По проходам не бегать, подумайте о соседях, все слышат, как вы топаете. Че, какой-то фигни стоит. Слишком гениально было бы. Так, как выйти? У нас здесь будет что-то? А, здесь ничего нет? Кто за мной наблюдает? Это автоматические камеры, которые смотрят за объектом? Или знамя кто-то смотрит? Просто если знамя кто-то смотрит, то это не очень круто. Опа! Жива еще. Двигается. Привет. Штар. Модуль Эльстер. Тебе лучше уйти из этого места. Этому объекту конец. Возвращайся, пока не поздно. Я ищу эту женщину. Вот, она ее ищет. В принципе, весь сюжет у нас состоит в том, что мы ее ищем. В поиске. Ты ее видела? Подружка наша. Я ее не знаю, но может быть она среди рабочих. Которые мертвы, да? О, началось. Всех работников гештальтов направили в рудник, над которым построен объект. Если она жива, скорее всего, она там. Подожди, ниже есть лифт, он идет в рудник. Но чтобы им воспользоваться, тебе потребуется ключ администратора. Спасибо. Чё это все в крови? Что случилось? Чё я спрашиваю? Я же знаю. Всякие монстры бродят. Ключ протектора, да. Чё это? Куда это? Нельзя. Почему мы не можем бегать? Нельзя. Ну пока, получается, да. А, ключ от аудитории требуется. Так, протектор там куда? Там куда-то сюда. Нам сюда и сюда там. Давайте сохранимся. Как будто кто-то умер. Реально вот такого вот здесь сохранения. Встанешь? Не встанем, Саня.
Вот еще труп. Так, еще у нас. Ага. Устройство для просмотра микрофильмов с апертурных карт. Если бы у меня была апертурная карта, я могла бы просмотреть весь режим. Окей, спасибо. Найдем. Ё! Я испугалась. Это мы. Грёбаное зеркало. Так, ну здесь вроде бы ничего нет. Так. Здесь мы тоже ничего не можем взять. Ну, не надо. Сюда? Куда нам? Я не помню. Все, ура. Вентилятор. Так, а давай с самого низа начнем. Так логичнее будет. О, спасибо, забрать предмет пистолет. Ну понятно, что если нам дают пистолет, значит будет то, так, в кого мы должны будем стрелять. Спасибо. Сейчас пойдем посмотрим. Телек. Пистолет тип 75, пользовательское руководство. Полуавтоматический пистолет типа 75 под патрон 10 на 20 мм обладает короткой отдачей. Надежное и универсальное короткоствольное оружие стало стандартным вооружением протектор контроллеров Озон. Пользователи реплики, не забудьте сначала экипироваться пистолетом в меню снаряжения, чтобы назначить его своим основным оружием для модуля прицеливания. Чтобы достать оружие, снять его с предохранителя и войти в режим прицеливания, зажмите правую кнопку мыши. В режиме прицеливания выстрел можно совершить нажатием на... Так и FR позволяет прицелить оружие. Хорошо. Помните, не стоит тратить патронов попусту, поскольку они являются для нации ценным ресурсом. Хорошо. Когда цель будет пострелена, постарайтесь ее прикончить ударом ноги или дубинки, чтобы сэкономить патроны. Хорошо. Да-да-да. Меморандум терминология. Приказу ОЗОН объявляю, согласно последнему постановлению по информационной политике в сфере государственных интересов АГМ-87, термин какой-то там, который в настоящее время используется на разных объектах ОЗОН, более недопустим и в дальнейшем применяться не должен. Объекты, департаменты, в наименованиях которых применяется этот термин, должны быть переименованы незамедлительно. Управляющему персоналу поручается выбрать упомянутый термин из всех документов и ожидать объявления со стороны ОЗОН замещающего термина. С настоящего момента применение этого термина в устном или письменном общении рассматривается как нарушение оскорбления государства и карается 2 циклами с удвоенной рабочей сменой. Возможно, это непросто, но у каждого из нас есть свой долг. Всегда помните, наш язык формирует окружающий мир. Идеальный мир требует идеального языка. Адлер. Окей, все. Хорошо. Закрываем за собой. А, то есть я и так могу мышкой управлять ее. Пошли смотреть телек. Смотрим телек, смотрим телек. Так, а, значит, нам сюда. Смотрим телек. Так и знала, что встанет. Не... Она не пойдет за мной? Так испугалась. Интересно. Ну пошли. Привет, дрова. Ногой. Короче, все. Супер. Так. Нам сюда? Нет. Сюда? Нет. А, или да, я не помню. М-м-м.
Где-то вверху слева это было, по-моему. Ясно, мы, скорее всего, туда пошли, да? Не туда. Нет, не... А где она? Забрать предмет ремонтный плащ, да. Получить предмет ремонтный плащ. Там ушла. Это мне наставила? Патроны? Спасибо. Она, скорее всего, превращается в монстра, поэтому ушла и оставила нам вот эти подарочки. Пойди. Ой, блин, это ж... она будет постоянно вставать. Вот мы сейчас вернемся, она уже будет стоять. А, нет, еще не стоит. Ладно. Просто их, я слышала, навсегда нельзя убить. Нихера себе. Это кто? Это у какая-то. Это мы ее видели? Нет, мы ее не видели. Гештальт. О, привет. Привет. Зарезал кого-то. Его же тоже не местно, верно? Я Иза, Иза и Тоу. Вам стоит быть поосторожнее, здесь происходит что-то странное. Не знаю, что здесь случилось, но идти дальше, скорее всего, опасно. Все в порядке, я понимаю. У меня тоже есть дела. Берегите себя. Надеюсь, вы найдете того, кого ищете. Ты тоже кого-то ищешь? Пока. Надеюсь, она будет жива. Красивая девушка. Да. Использую предмет апертурная карта. Да, посмотрим. Что непонятно. А, ладно. Восконадежный настенный сейф. Ага, числовой, это мы уже следили. Включая требования 41.43, регламента общественной безопасности Евсона, предъявляемым к техническим устройствам и оборудованным прочной стальной дверцей и числовым замком производства WebMount. Format. Инструкция по эксплуатации. Введите код на клавиатуре. Нажмите кнопку подтверждения в правом нижнем углу, если код введен правильно. Загорится зеленый индикатор. Поверните рукоятку влево, чтобы открыть дверцу. Чтобы удалить ранее введенные числа, нажмите на кнопку Е в левом нижнем углу клавиатуры. Ручная настройка. Введите фабричный код, установленный по умолчанию 24512, чтобы открыть сейф. Пока дверца открыта, введите на клавиатуре новый код по своему желанию. Нажмите и удерживайте клавишу подтверждения в течение 10 секунд, пока не загорится зеленый индикатор. Окей. И что нам делать? Так, ну я думаю, что эту игру мы будем проходить на стримах, потому что она очень длинная. Потому как я туплю в ней, лучше будет ее проходить на стримах. Хорошо. Запомнила? Сама запомнила. Карточка. Бери карточку. Ключ от аудитории. Прекрасно. Пошли. Пошли в аудиторию. Будет кто-то, да? Никого не будет. Значит, тут будет. Пошли. Заходи. О, нам вниз прыгать, да? Может, не надо? А может, не надо? А может, не надо? В земле есть дыра, кажется, я могу безопасно спуститься. Спуститься вдруг? Да, давай. О, класс. Стрелялки. Мяско. Класс. Вот и начался хоррор. Сейчас будет трешняк. Хотя это лайт будет по сравнению с тем, что будет дальше в этой игре. Встанешь? Нет. Можем сюда пойти.
Так, а здесь что? Закрыто. Можем туда еще пойти. Сюда можем? Не можем. А сюда можем? Не можем. Ключ карта, да? Ключ западного крыла нужен. Сюда можем? Не можем. Можем, не можем. Пошли обратно, значит. Значит, сюда можем. Потом будем туда. А, не можем. Открывать с другой стороны. Хорошо? Хорошо, 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 хорошо. Встанешь? Не встал. Можем даже не проверять, потому что там сразу кресты появляются. Если оно будет синее, то значит оно открыто. Так, оно не открыто. Вот красный крест, значит скрыт. О, вот и синенькая, значит можно. Комфортно. Такая стена, хорошо. Так, это точно стена? Хорошо. Костюмчики какие-то. Дневник. Протекторы в последнее время очень обеспокоены. Они что-то скрывают. Их стало меньше. План нормировки рационов постоянно меняется. Алина говорит, что я выйду. Мала, скорее всего. На них я чувствую их страх. Обижена, наверное, или разозлилась на них, что это такое. Наверное, я чувствую их страх, будто испугалась сама. Чего же не бояться? Все? Здесь больше ничего нет? Полезная комната. В одной из таких комнат кто-то молит. Небрежная записка. Бей лежачего. Спасибо. Я знаю. Так и дело. Дневник Алина. Сегодня мне как-то не по себе. Надеюсь, это не тот новый грипп, который, кажется, распространяется вокруг. Я не могу позволить себе пропускать смены снова. Когда я простудилась в прошлый раз и грохнулась в обморок прямо на рабочем месте, шторх на заводе устроил мне выволочку и мучил чуть ли не часами. Я несколько дней не видел Эльстер. Надеюсь, не все в порядке. Это мы Алину ищем? В последнее время все больше народу пропадает в руднике, в том числе и реплик. Даже протекторы не чувствуют себя в безопасности. Хорошо. Протекторы — это какие-то жесткие мужики, да? Жесткие мужики-андроиды. Че это? Форма сервисной заявки F29. Это исполнение формы сервисной заявки. Та-та-та-та-та-та, реплика, СОС, охранник. Департамент помещения рабочих, полный идентификатор протектора отделения. Реплика. Предмет сервисной заявки Химель, тип D. Автоматическая защитная дверь. Местоположение предмета, коридор, блоки рабочих А6. Описание замок на двери в комнату персонала В6. Снова заклинено. Нужен слесарь. Статус заявки. Не могу найти ключ. При загрузке электроники. Я настроила систему вскрытия. Начальство повысило приоритет лифтовых движков. Поэтому заняться замком придется в следующей смене. А сейчас можно двигаться только путем проб и ошибок. Найдите меня, если вам нужен ключ, чтобы открыть сервисный люк или обратитесь к начальству. Фюнф. Хорошо. Ага. Требуется ключ от сервисного люка. Опять эти штучки шахматные. Замок сломан. Так, ключ. А где мы ключ найдем? Что мы, в принципе, делать? У нас есть какая-то цель? Какая цель в нашей жизни? Что нам делать? Закрыто. Здесь мыли. Это мы читали, да? Да. Тихо, выйди. Так, сколько у меня идет? Ух ты, много идет. Сейчас будем уже заканчивать. Так, а мы что-то взяли? Какой-то ключ, по-моему, да? Или нет? Еще пойдем попробуем открыть. Эй, я не помню просто. Память, как у рыбки, понимаете? А что у нас вообще есть? Ремонтный патч. Зачем он? Запечатанная одноразовая заплата с клейками агентом для латания врачебных зон. Со временем устанавливает небольшую... Ага.
Патроны. У нас ничего нет. У нас ничего нет, у нас ничего нет. А что же нам делать? Не, ну, игра для такого прохождения вообще не годится. Нужна для стримов записывать. Я просто решила записать ее так, началочку, как первую серию. Просто роликом. Там уже стримить буду ее. Потому что много бродить, много думать. Куда, зачем, почему. А сохранение здесь есть? Так. Блока 7. А нам куда надо? О, прикольно. Не сохраняется все. Так, мы же спрыгнули. Мы уже, получается, обратно не можем, да? Мы где-то здесь спрыгнули, мы обратно уже не можем пойти. Значит, нам нужно искать ключ какой-то именно здесь. Так, стоп. Значит, я где-то не нашла то, что нам нужно. Если здесь ничего нету, скорее всего, есть, я уже вижу. Это оно? Нет, это не оно. Я закончу ролик. А здесь ничего нету, да? Ну да. Здесь больше ничего не берет. Она что-то взяла? Что-то было. А, ладно. Ну все, здесь получается ничего нет. Все. Закончим. На этом первую скучную, непонятную серию с кучей тупняков. Да. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи, до скорого.